350 тысяч тонн к вылову. Камчатским рыбакам обещают рекордную лососевую путину. Она начнется 1 июня. По прогнозам ученых, в этом году ожидается хорошая рыбалка как на восточном, так и на западном побережьях полуострова. Традиционно первыми начнут рыбачить в Усть-Камчатском районе и Алеутском округе. На западном побережье полуострова основной промысел откроется с июля. Исключение составит Тигильский район. Там путина стартует также с 1 июня. В бассейнах рек Палана, Тигиль, Ваямполка с 20 июня. В правительстве края отметили, что рыбакам-любителям с 1 июня разрешат ловить тихоокеанских лососей в реках и озерах полуострова, за исключением рек Паратунка и Авача. А с 5 июля можно будет рыбачить без ограничений в любых водоемах. Добавим, предварительный прогноз вылова лососей в прошлом году составлял 240 тысяч тонн. Фактически выловили 191 тысячу. На западном побережье при первоначальном прогнозе 78 тысяч тонн освоили 111. Но на восточном побережье вместо ожидаемых 83 тысяч добыли всего 19 тысяч тонн.